Сегодня в Тюменской области прозвучали сирены. С 10:40 до 12 часов прошла проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области. И вот такие кадры прислали нам наши зрители. Мероприятия прошли в рамках командно-штабных учений по отработке действий при угрозе и возникновении ЧС. При дальнейших проверках сирен необходимо сохранять спокойствие, не паниковать и включить радио или телевидение, чтобы прослушать сообщения от органов власти или управления по делам ГО и ЧС.